Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре вот такая красавица. Это сорт башкирский, называется Ай. Здесь есть светлые кусочки, светло-серые, а есть темные кусочки. Второе название — это сливки серые. Сливки серые я пробовала. У меня даже где-то есть обзор на канале. Давайте попробуем Ай. Плотная, монолитная, но в то же время ее легко сломать руками. Она очень слоистая. Видно, что жирненькая. Ну, хотя не так и легко сломать ее руками. В общем, давайте пробовать. Попробуем и светлые кусочки, и темные. О! Мега сливочная. Чтобы почувствовать всю прелесть вкуса этого сорта, его нужно хорошенько пожевать. Вкус, знаете, вначале не такой яркий. Чем дольше ее жуешь, тем больше она открывается. При укусе разлетается вот на такие маленькие кусочки, на такие крошечки, которые глухо хрустят. Она у меня еще слегка влажноватая, на 1-2%. Попробую еще, когда она полностью высохнет. Залипает так же, как Астана 1. Вроде и в ириску, в то же время обволакивает. Мега сливочный сорт среди тех, которые я пробовала в последнее время. Очень насыщенный вкус жирных сливок. Чистая. Вкус. Кто знает, года два назад я пробовала сливки серые, мне они не зашли из-за своей вот этой слишком яркой ноты жирных сливок. Вкус прям жирных сливок, мокрой земли, не чернозема, а просто мокрой земли. И вот эта жирность, сливочность, она перебивает вообще все. Мне очень нравится. Прям мокрая земля, сливочная, жирная. Вкус настолько чистый. Не чувствую здесь ни вкуса
о чародейке, никаких, ну, как у графита, да, вкусом. Метро, вкус грифеля. Нет, здесь нет. Это вот чисто взяли как будто землю и просто смешали ее с жирными сливками. Офигенно. Залипает, конечно, сильно. Давайте пробовать темные кусочки. И вот в тот раз, когда я заказывала, сливки серые Юли еще не было на рынке. Они мне пришли все с камнями. Ну, прям жутко скрипели, были камни крупные. А это нет, это чистенько. Этот сорт для тех, кто не боится, что будет залипать. Если хотите насладиться этим сортом, лучше не делайте, как я. Я сейчас большой кусочек откусила. Все залипло. Я не люблю, когда прям рот набит. Я вкуса так не чувствую. Ну, вот такими маленькими гранулками само то. Мне очень понравился сорт. Сейчас сниму залипание и продолжим. Подведем итоги. Итак, подведем итоги.
сорт Ай или сливки серые. Кто пробовал сливки серые, они меня сейчас поймут. Жирная, сливочная, мокрая земля с ярким вкусом жирных сливок. Классный сорт, мне понравилось, но будьте готовы к тому, что крупинки жестковатые. Она при укусе рассыпается вот на такую крупиночку. Вначале она жестковатая, но быстро намокает и образует тугую ириску. И этот сорт сильно залипает. Если будете откусывать понемножку, маленькими кусочками, залипание будет не настолько сильно, но все равно будет подлипать. А вот если вы укусите большой кусок, приготовьтесь к тому, что зубы вам будет тяжело отсоединять. Липкость, конечно, у этого сорта классная. Кто любит пасты? Однозначно, да. Для пасты это идеальный сорт. И обязательно я сделаю из него пасту. Попробуем. От меня 10 с плюсом. Я боялась, что в этом сорте будут мои, так сказать, не очень любимые нотки, которые я не очень люблю. Это вот как вкус чародейки, вкус гудрона. Нет. Это прям чисто сливочный земельный вкус. Кому подойдет? Тем, кто любит жирные сливочные сорта. А кто любит Астану, кто любит чернослив Киргизия, чернослив ЖТСай туда же. И вообще, кто хочет что-то для себя новое попробовать. Я очень рада, что этот сорт вернулся на рынок. Он пропадал. И что он вернулся в таком виде. Глина Ай от Юли, вот такая, очень классный сорт, мне очень понравился, я рекомендую. Всем огромное спасибо за внимание, всех люблю, целую, обнимаю, всем пока-пока.